Итак, если вам на вашем Xiaomi надоел родной шрифт, и вы хотите заменить его на какой-то другой, это легко сделать из приложения темы, стандартного приложения Xiaomi. Заходим в это приложение. В поисковой строке пишем следующее: MOBY, и нажимаем поиск. После поиска у нас выскакивают некоторые шрифты. Пишем показать все, и из показанных шрифтов выбираем тот, который нам нужен. У меня в данный момент стоит вот этот шрифт. Если я его захочу поменять, ну, скажем, на вот этот, вот наш шрифт, который здесь же мы можем скачать, вот так вот он будет выглядеть, скачать бесплатно. После ожидания скачивания идет загрузка данного шрифта. Если мы нажмем применить, аппарат наш перезагрузится и нам установится данный шрифт. Так что экспериментируйте, не бойтесь, скачайте любые шрифты. Вот. Пользуйтесь своим телефоном по максимуму. Всем, кому было интересно данное видео и данная тематика по Xiaomi, по MIUI 10, Xiaomi Mi 6 и другим продуктам Xiaomi, подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Всем пока!